Всем привет, с вами будем продолжать играть World Conqueror 3. Сегодня будем дальше проходить пришельческую кампанию. Сразу заходим, в принципе. Так, за Иран играем. Сегодня будем проходить. Так. В принципе, здесь не должно быть очень сильно тяжело играть. Пока что... А, точно. Крафтим бомбу атомную. А на гидрогенную не хватает. И на антиматерную тоже не хватает денег. Это генерал, я даже не знаю. Ну, в принципе... Нет, надо под Багдадом идти, потому что... Ну, здесь они, пришельцы, очень хорошо будут пытаться сопротивляться. Сейчас мы с Ираком тут разберемся со всеми. И вот это надо уничтожить, потому что мешать они будут очень серьезно сейчас. Верхний еще придет с Кавказа. Корабль. Атомная бомба уже готова. Танк будет сражаться с вот этим вот. С этой базой, как я их называю. Ну, этот генерал пойдет сразу же бить Иерусалим. Чтобы потом мы пришли и сразу все заняли. Этот отходит уже, Конев. И все равно он по пушке бьет. Попадает. Ионная пушка готова. Все, добили базу. Да. Не добили. Нет, ну, сейчас, если долетит самолет, добили. Это точно, это 0 хп. В смысле? Что это такое? То есть тогда, в прошлой серии, там было чуть-чуть хп у базы. Я сказал то, что это самое. Одно хп у базы. Так нет, то там, оказывается, примерно 5 было, скорее всего. А вот у этой базы только что было 1 хп. Это по-любому. Ну, в принципе, этот город сильно защищать не надо. Чё он вообще? А, турецкий. Ну, сейчас мой. А так в игре, в общем, в миром захвате турецкий. Ну, этот будет одиночный генерал бить дальше. Ридях, или как он правильно читается? Риятх. Риуатх. Так. Сюда станем. Хотя он вот этот ни один корабль не убьет, поэтому пускай вот сюда станет и стрельнет только в один корабль. Вот здесь просто пытаются нас зажимать. Так, три, конечно, этих корабля стали. Один сюда, один сюда, один сюда. А вон еще четвертый в городе. Тут, получается, подмогу надо будет ставить. Ну, да, денег я больше тратить не буду. Пускай занимают этот город, я уже не буду пытаться его защитить. Он приносит только по 12 золота, я больше на него даже трачусь. Ясно. Ну что, я радиак сегодня забираю, нет? В следующем ходу, скорее всего. Мне надо как-то сейчас прекрасно продамажить Иерусалим, но, скорее всего, это не получится сделать. Ну, конник подошел и ударил по городу и по двум кораблям. Это очень даже хорошо. У генерала силы не хватило. А что будет на сложной сложности? Игра окончена, в смысле? Это что-то новенькое было сейчас. А что захватили, я не понял. Саудовскую Аравию.
Я еще помню то, что мне предлагали без генералов проходить. Угу. Такого никогда не было и не будет. Всегда буду с генералами проходить. Ну тут да, подходит пришельцы, но это бессмысленно. Не, ну тут опять это провокация и все. Мы просто займем город, и Конев дальше уйдет. Идти надо защищать Саудовского, Аравию, но не этот город. Бесполезно. На этот раз... О, я... В смысле, опять сейчас не добью? Ну, конечно. Так, 16-48 урона. Не, я не буду это делать. Я лучше поставлю ракетную артиллерию и назначу этого. Кого? Ну, допустим, давайте пойдет этот... Вообще голову пойдет пускай. Я не знаю, любить ионной пушкой по пиздяху этому. Турцию надо... Нет, Турция буду помогать. Хватит уже этим заниматься. Ой, по генералу попал. Блин, надо как-то отойти грамотно. Вот так пускай. У города все равно хп нету. Ну, в принципе, можно бить. Все равно не добьем. И лучше Саудовской Аравии и Турции помогать, конечно. О, в город не может. Мы проходим сюда и бьем. Иерусалим я займу только через два хода. Поэтому вот так. Вот так. И мы заняли один город. Я же бомбу крафтил, нет? Да. Они Турцию заняли. Ну, сейчас я вам покажу. Дойти не смогу. У Саудовской Аравии все хорошо. Ну, не все, конечно. Этого корабля сейчас не будет здесь уже. Я его добью. Я же говорил, что добью. Получается, здесь это ставим. И Турцию мы идем защищать. Точнее, Анкару. Девять урона. Очень много. А вот так пускай один раз будет. У них же еще защита вон там. Только что была энергетическая. Энергетики, что ли, выпили, или что? Энергетическая защита у них. Конева сейчас убьют. О, они там новых ставят уже. Тут вот так можно стать.
И вот так по миллиону раз все будут всех атаковать. Неудобно стоял Говоров. О, кстати, здесь же Баку находится. Столица Азербайджана. Ну, Иерусалим сейчас займу, я так понимаю. Поставим в Иерусалим вот этого генерала, потому что смотрите, какие у него характеристики на этот, на самолеты. Раз вот так вот один раз. Сколько говоров нанесет? Нормально? Угу. Прям рассчитал. На Грецию плевать. Значит, Каир. Сейчас мы вам вот так вот сделаем. Завершаем ход. За 17 ходов. Нет, я ударю в Каир. Сейчас вонной пушкой. Его займу. 150 потрачу. И все силами буду сейчас... Всеми силами буду бить по вот этой вот базе. Не добью. В следующем раунде добью. Вот так вот по спине кораблям этим. О! Вот это я зря только что сделал. Уже почувствовал безнаказанность. Заняли. Жесть, у него сколько? 2? 8 хп. Все, это надо заканчивать. Не... Это... Что происходит? На средней сложности уже невозможно проходить. Выключитесь. База. Выключи. Все. Средняя сложность. Как я сейчас на сложной буду играть? Я не понимаю. Так же, как я играл, в принципе. Тут можно сразу сделать по-другому. Всегда я буду с самого начала бить по вот этой вот базе. Ну, этот пускай подходит. Тут пока что все то же самое будет. Видите, естественно, все подходят. Ираку помогаем. Добили вот этот корабль. Но зато город не займем. А вообще отлично. Не, я считаю, что здесь пришельцам слишком много силы дали. А пускай они его занимают, в принципе. Он же не нужен, даже город. Вот здесь мы просто поставим вот так, Конева. Не добью опять базу, да? Как в прошлом раунде. Ну, ой, там я 100 урона нанес. И у базы вообще ничего не отнялось. Примерно 800 хп у базы. Одной. Значит, мы сразу бьем по второй. На одну ионную пушку заряд. То есть туда еще раз надо одной ионной пушкой стрелять, в африканскую базу. Нет, здесь не 800, а 1000 хп, скорее всего. Ну тут уже пришельцы думают, что они тут сейчас разберутся с Турцией. Но идут два генерала.
артиллерийских. Блин, у меня 5 генералов и 2 на Турцию, 3 на Иерусалим, значит Израиль. И 3 на Израиль. Войск много, даже больше. Забираем мины себе все. В принципе, можно скрафтить. Да, железо хватит. Еще одну. Какую? Ладно, давайте гидрогенную скрафтим для разнообразия. Ух. Как у них столько здесь сил? Вот. Блин, они так еще стоят, не рядом. Они столько сил возле меня, возле моих войск, и еще и Турцию они захватили, ну, Анкару, столицу Турции. Кстати. Это самое. Я ж, помню, в 6 утра, 31 октября, просто написал в поиске на ютубе 31 октября. Мне выбили какие-то там гадания, гороскопы. Короче, если вы не хотите помять свою психику, то лучше просто не писать число и месяц на ютубе в поиске. Там жест происходит просто. Ну, в принципе, здесь у этого самого. У Греции что-то там получается. Ну, конечно, пришельцы все силы на меня отвели. Молодцы. Получили тут... Нет, Греция не справляется. Это последний ход. Медину захватили. Все. Это все, смотрите. Ну, game over. А, у меня. Ладно. Я не заметил просто. Не, ну это безумие, если честно. Тут просто должен Иран справляться. В таких условиях. Ладно, город оставляю им. Все, они доиграются. Если они меня допустят к Каиру и к Иерусалиму, пришельцы, то все. Им капец. А если не допустят, то придется переигрывать. У Саудовской Аравии осталось 3 клеточки. Новости дня. Вот так, также можно еще сделать. О, ну тут... Тут можно сделать вот так. Я думаю, скорее всего, получится. Да, я так и говорил, это у них ванная пушка на каждый раунд. Правильные предположения были. Все, мы их добили. Они уже ничего нормального не сделают. А как будто какие-то пришельцы смогут... Нормально что-то сделать. Они только вред приносят. Не, ну здесь я поставлю что-нибудь мощненькое. Это называется... Хавитанг. С генералом. Ну что они хотели? Я вот еще город заберу. А потом золото и нефть верхнюю. Город, потом нефть, потом золото, потом золото, потом нефть. У него уже там что ли хп нету? Сколько? 138. Я не знаю, ли хорошее дело ударять этими ядерными бомбами по пришельцам. Скорее всего, нет.
Завершаем ход. Сейчас будем копить деньги на самолеты. Потом. Стоим, держимся. Так, золото занимаем. Здесь, в принципе, бьем сначала танком, потом заедет сейчас генерал артиллерийский. Ну, тут его на пушке мы бьем по калибру, это 100%. Потом ядерной бомбой, простой. Гидрогены я не знаю, куда бить. 1000 хп у города. Ну, значит, вот так. Тут еще и пришельцев я подобью. Вот это тут взрывы, конечно. Неужели это все? Этого не может быть. Анкара держится. И мне тут чуть-чуть повезло. И есть одна ядерная бомба. Давай. Сколько у тебя хп? Вот так. Будем тут пытаться с ними биться как можем. И получается даже что-то. Нет, с Медины я уходить не буду. Анкара, держись. Все. Я не думал, что на сложность сложно. Так здесь нельзя пройти. Они просто начинают потом жать. Ну и что мне делать теперь? Сколько у них хп? У них по 1000. Я не... Я чувствую, сейчас начнется хейт игры сейчас. С моей стороны. Как может быть у города Каира 1000 хп? Я буду все деньги тратить туда сейчас. Ну, конечно. Они не поставят никого. Угу. Я буду до последнего бить этот город. Да. В принципе, маты бесполезно говорить, я все равно их вырежу. Просто я сейчас меньше работы сделаю. Не буду их говорить. Но если это переигрывать надо. Нет, я оставлю все. Я, безусловно, все оставлю. И, кстати, я забыл сказать то, что в этом видео еще будет прохождение за Китай. В 1939, за Индию в 1943 и за Польшу в 1950. Это старое видео из мая. С мая. Которые не вышли. Которая не вышла на одно. О, сколько здесь хп? Ионную пушку мы сохраняем. Потому что анкру надо занять, как-то будет. Неужели я выбрался с этой ситуации? Это было просто... Я выиграл? Давайте вот... Ну вот, чтобы вот занять 100%, чтобы теперь выиграть. Или у этой базы сейчас было 500 хп? Вот. Что это такое? В смысле две звезды? Надо будет переигрывать. Рискую and все в Азию. Рискнули в Южной Азии. У нас одна гидрогенная бомба есть. Враг оккупировал Южную Азию. Командир, ты должен... Командир, вы, это, сейчас надо выбраться из этой плохой ситуации. Ага, в третьей миссии я уже выбрался из плохой ситуации. Ты должен что-то там сделать наши элитные войска, чтобы забрать назад оккупированные города.
Возможно, это... Скоро это будет возможно. Это что за вообще за город? Будет, значит, городом... Сейчас придумаю. Это знак, кстати, Джакарта, вот этот город. Остров Джава, или нет? Будет, значит, этим вот, вот этот город, это будет Бруней. Я знаю, что он где-то вот здесь находится. Ну, возле Малайзии. Но будет Бруней теперь. Вот, например, Сингапур. На целую клетку Сингапур. Настолько он большой получается. А какие города вообще надо? Янгон, столица Мьянмы. Индонезия. И надо идти в... Это, в Австралию. На три фронта мне надо воевать. Вон туда войска, вон туда войска и вон туда войска. Мне еще тут надо отбиваться от пришельцев. Есть ли сейчас у Австралии это самое силы, чтобы занять этот город? Они не смогут. Мне кажется, вот этот лад сейчас корабль будет делать что-то страшное. Блин, я... давай, ладно, давайте в Дарвин ударим. Я не знаю, куда бить пока что. Ну вот, вроде нормально. Странная миссия. Они на столько клеток могут ходить. Это будет жесть, а не раунд. Да этот Таиланд сейчас они разорвут, эти пришельцы. Индию тоже. Не посмотрят, что она вообще есть. С 1,4 миллиарда населения. Бьем эти кораблики. Я не знаю, что сегодня с этой игрой. Так, ладно. Не сказал, хорошо. Так скажем. Ну, это, в принципе, я сегодня, наверное, займу. Своими силами займу. Вот этот вот городочек. Ну да, кстати, он слабый. Не, ну силы я распределил правильно. Убили что ли корабль? А вот он просто. Я же его отвел. Тут мы... Ладно, будем в догонялки играть. Тут я буду помогать этому Таиланду. Бах. И по вот этому такому кораблю ударим. Блин, он же шел на это вот, на Филиппины вот эти вот американские. Пускай идет дальше. Высадиться я могу. Так, давай, Британская Австралия. Мы тебе поможем. Будешь хорошо в нашем составе дальше ходить. Или лежать. А, окружить пытаться. Да нет, не получится. Сейчас у вас тут за один ход всех перерубим. Пришельцев. А, нет, не перерубим. Хорошо. Да, здесь можно ударить, чтобы помочь. А, банку. Тут же сразу понятно. Тут... Ну, не сразу. Ну понятно то, что его будут занимать. Бух! Вот так вот вам.
Я не знаю, сколько будет сейчас серий по захвату, то есть по пришельцам, по отбиванию их от... Что происходит? Ну вот, я же нашел решение, как захватить Бангкок. Что это такое в Дарвине? А где мои деньги? Где моя 700-очка? Что, все, я не буду ничего занимать, я отказываюсь. Нет, никто не захочет дальше проходить. Дальше там НАТО, Советского Союза, в компанию. Ну и вот, их никто даже, я думаю, до конца не проходил. И в 1939-м за Египет тоже никто не проходил. Потому что это невозможно. Так, это все, конечно, неинтересно, но как мне занимать Бангкок? А ядерные бомбы я могу крафтить, хорошо. Так в этом нужды уже нету. Потому что если я, ну, начну бить Бангкок, кстати, сейчас, самолетом или чем еще, то скажут пока этому самому Янгону. А что Индия не помогает? Где войска? Ага. А что США стали? На месте стоят. Ну зато хоть я Австралию спас. Это единственная задача. Смысл? Все. Это проигрыш. За сколько ходов надо было проходить? За 12. О, прошел. За 10 ходов. Ладно. Но это какое-то... Что это? Pacific War. Какое именно? Здесь сколько вон Pacific War'ов было? И первый, и второй, и третий. Чего? Pacific War 1. Ну, нулевой. Первый, второй, третий, нулевой. Первый, то есть. И один нулевой, еще один. Один нулевой, еще один. Ну, допустим, что это? Что? Наши... Кто... Я забыл, как переводится форс. Наши враги стоят прямо на нашем... На фронте с нами. Командир, планы очень... Брать врагов, короче, чтобы завершить таск, заполнить. Это видно с прошлой миссии, они пришли все сюда. Что? Что с Юж... Что с Северной Кореей, то есть? А где Пхеньян? А где Китай? А вон Китай. А что здесь захватывать надо? А здесь ничего делать даже не надо. Что? Здесь ни один город захватывать не нужно. В смысле? И никого защищать не надо. Какой в этом смысл? Я ничего не понимаю. Убраться из Японии? Полностью со всего японского острова я их не уберу. Ионные пушки мне, значит, надо добивать каждый раунд. За сколько ходов надо пройти? За 17. Вот сколько здесь? Раз, два, три, четыре. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну вот, за 11 ходов я бы настрелял. Что здесь делать надо, не понимаю. Какой смысл? Денег нету.
В этой компании сейчас какой именно смысл идет? Что нужно делать, не объяснили. Не, убрать. Со всего острова. Никто убирать не собирается. Со всего острова никто. Просто как будто говорим о... А так сказать... Вы помните, например, какого цвета в мировом захвате Монголия и Мексика? Сейчас вам покажу. В принципе, на захваты все плевать. Зачем они нам нужны? Вот какого цвета. Монголия и Мексика. Вот это что ли брать нам надо? С японского острова. Эх. Давайте еще вот паузу такую сделаем. Соберем вот это все. У нас же здесь постройки какие-то еще были, да? Одна. В океане. Или нет? В любом случае, много построек. Допустим, давайте на легком пройдем. А, я заново начал. Ну и лучше, наоборот. Монтировать будет, конечно, тяжело. То что тут надо все, наверное, скорее всего, это, убирать. Вообще, я хочу записать 50 минут сейчас и потом ставить кусочек. Как я прохожу за Индию, за Китай. За Китай в 1939 году, за Индию в 1943, за Польшу в 1950. Вот так. Допустим, тут будет стоять вот этот Горинг. И будет всех, ну, обстреливать. Допустим, мы сейчас завершаем ход. Допустим, сейчас у нас будет очень дерзкая инициатива, и мы будем стрелять по всем, кто здесь есть. Рвать, я бы даже сказал. Жестко с ними обходиться будем. Как японцы с китайцами во время гражданской войны. Так нет, это слишком жестко, они там их сжигали. Но с пришельцами так и поступать... Я не буду говорить, потому что потом еще... Хотя 2020 год, лучше там, ну, аккуратно себя вести. А то еще прилетят на планету. Те, кто думают, то, что их не существует, сейчас будут думать. Кто прилетит, зачем, куда, кто. Никого же нет. Я, кстати, в прошлом раунде не стрельнул вот этим вот генералом. Я заметил там последнюю секунду, когда уже нажимал. Допустим, мы сейчас их полностью уберем отсюда. С японского полуострова. Войск не останется, и они потом начнут на нас наступать. Будет ли это считаться выигрышем? О, добил, отлично. Там 100 урона, это очень много. Там 100 урона. У Южной Кореи такие корабли, они, это, не стыдно тебе? Давай, ну. Помог хорошо Соединенным Штатам. Я молодец. Вы чё, офигевшие в эти пришельцы. Кстати, выборы сегодня в США. Ну, я видео записываю 1 ноября, а выборы 3. А это видео выйдет 3. Блин, как мне не хочется трогать этот корабль. Он живучий. Могу ли я доставать до них? Нет. Ну, город надо как-то задамажить. Смогу? Конечно, нет. Конечно, ну... Не, я же сразу сказал, конечно, да. Эйзенхауэр, ты молодец, защищаешь Японию. Потом медаль японскую дадим.
какой-нибудь. Это получается реально со всего японского острова выгнать их? Это ж нелегально. Добивай, добивай, давай, ударен. Ах, молодец. О, это вы зря делаете. Пришельчики. Сэкономим деньжат. На, вот вам. И порт сейчас, понимаю, занимать надо. Ну, допустим, сейчас мы этот воздушный корабль, можно и так, в принципе, назвать, уничтожим и займем порт. Это будет все. Или всех пришельцев перебить. Это слишком. И давайте еще, знаете, как поступлю? Вот так. Типа, всю Японию освободили. Нет? За 17 ходов уничтожить всех пришельцев, которые есть. Получается, если это брать в счет, то Соединенные Штаты здесь вообще ничем не занимались. А, вы добровольно подходите. Ну, я даже не знаю. Возможно, мы сможем их победить. Ай, вот, блин. Где у меня самый малый войск? В принципе, здесь везде распределены... В принципе, здесь вообще равномерно везде распределены войска. Поэтому... В самом живучем надо бить. В принципе, здесь у меня силы воздушные. Очень хорошая. Я думаю, вот в это ударить. Хотя, нет. Но ударить в кого-то надо 100%. Вот в это. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все живут. Все, реально было надо всех убить. Как на сложной сложности мы будем в следующей серии это проходить? А может и не в следующей. Здесь слишком много переигрывать надо. Я уже не успел. Ладно. Сейчас вы будете смотреть это прохождение за Китай в 1939-м. Покажу даже. Вот. За Китай в... Вот этот вот именно. ПРК. А, РОК! ПРК это коммунистический. Да. За Индию в 1943-м. И за Порше в 1650. Почему она здесь не квадратная? И почему вообще Калининград у Германии, я не понимаю. А, разработчика, блин, точно же. А, здесь же города вот построены некоторые. А нет, наоборот, все разрушено. Ладно, Рио-де-Жанейро. Оно в центре Бразилии находится. Ну ладно, оно просто там бы не поместилось. Там он вообще... Бразилия объединена с Аргентиной. Ужас какой-то, а не карта. Сейчас поставим генералов на вот эти вот города. А тут, кстати, все равно бесполезно. Вон, проценты как мало идут. Все, что есть вот сюда. Остальное. Все, всех потратил. Да. Все. Там что-то. А, в компании 7-6 миссия. Давайте посмотрим. За Германию играем. Что? Что? Вот это здесь миссия.
Заниженная мораль у Германии. Ладно, все, всем пока, ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал. Всем пока-пока-пока и удачи. Ну сейчас не пока, вы будете смотреть дальше, как я играю за Китай, за Индию и за Польшу. Всем привет, сегодня будем продолжать играть в World Conqueror 3. И сегодня я вам покажу, как я проходил за Демократический Китай в 1939, за Индию в 1943, за Польшу в 1950. За Таиланд я не играл. Я вообще в эту игру не играл 3 месяца. Ну, недавно запускал видео, записывал. Короче, вот как я прошел за Китай. В Африке вот этот плывет. Непонятно даже, почему здесь он плывет. Кстати, этот генерал дается с самого начала. Это я его отсюда вот отправил. И он приплыл к Пуэрто-Рико. Занял порт. И здесь еще плывут. О! Перекрыл все. Ситуация здесь, конечно, классная. А захватывать что здесь надо? 2 города, которые я продамажил. Советский Союз пришел, порт занял. Я даже про это забыл. Тут сборка генералов всех китайских. Я вроде бы даже ни одного не убил. Но я не помню. В мае же проходил. Последний раз. Ну, за Китай в мае проходил. Возможно, одного и убили. Тут Конев вообще стоит. Хилится. Я тут помню, что с Японией было тяжело. Ну, не тяжело, а просто напряжно было с этим, с Рейхом. Вот. А так нормально. Куча здесь генералов идет. Ну ладно, будем сейчас выключать. США высадились в Испании, здесь идут, разрезают Канаду. А здесь Советский Союз хочет выправить меня с Камчатки. Так, не получится. Все. Хватит. Ну да, здесь большой Китай. Можно сказать, Китайская империя. Все. И за 41 ход я прошел. Довольно хорошо. Так. И вообще, я хотел... Сейчас вам расскажу то, что я придумал. Я хотел сделать так. Что я буду... 1939, 1943, 1950, 1960, 1970, выбирать какую-то одну страну. И за нее проходить во всех годах. Понятно, что, например, Бельгии нету в 1943 и 1975. Ну, значит, проходил бы я только в 1939, 1950 и 1960. Вот. И так по всем странам. А это прекратит то, что я вот за одну серию прохожу за несколько стран. Так что это, возможно, последняя серия в таком формате. То, что вот я вот и Китай, и Индию, и Польшу. Будет просто в одной серии одна страна. Так, а сейчас 1943, Индия. Вообще, в видео про... Как я прохожу кампанию за ВТО, я спойлерил, что здесь происходит. Те, кто видели, все видели. Так что не знают. Здесь вообще захватывать осталось очень мало. Всего лишь осталось-то. Опа. Но здесь осталось захватить Севиллу и потом захватит корону. Корону. Угу. Вспоминаю просто, что здесь вообще происходило. О, к Москве подошли индейцы. Ну, это я говорил уже. Так. Но говорил не в этой серии это. О! А то, что это... Типа, я хотел захватить Швецию им. Короче, уже не получится. Ладно, проходим. Я помню, что вот здесь был замес жесткий. В Балтике. 9-й. Ну, в принципе, сейчас мы подождем. Хотя, блин, уже нет. Уже не подождем. Все. Захватили мы Испанию. И вообще всех.
и выиграли. 34 хода, намного меньше, чем в Китае, чем за Китай. За Китай 41 ход, ну потому что в 1909-м. И сейчас вот в 1943-м начну играть, то будет, ну, ходов... Ходов примерно 30. Польша, 1950 год. Ох, здесь и Индия захвачена. И Швейцарии нету. Осталась вот Италия. Ну и, конечно же, осталась Румыния, но это ненадолго. Я могу ее убить. Если еще ходов примерно, ну, 10. Здесь вот хочет высадиться Василевский. Я буду защищать Канаду. Канадская Польша. Канадская, Северная Америка и Южная. Ой, тут уже хотят тоже опять высаживаться. Смотрите. Атлантический вал. Как я их вот тут вот строил в реальной истории. Чтобы Великобритания не высадилась. Здесь вот СССР хочет высадиться. Здесь, короче, я в Варшаве вот так вот построил супертанк, нанял генерала и пустил его по Ирану пройтись вот тут вот. Захватил Нью-Дели и тут дальше, ну, Америка ж, то есть США, начали тут бить. Китайскую народную республику. Здесь подготовка к атаке Австралии. К атаке на Австралию, то есть... Просто здесь три континента полностью захвачены, да? Ну, Европа не полностью. Но если Азию добавить к Европе, то нормально все будет. И Океанию сейчас я полностью захвачу. Так. Чуть-чуть подведем войска. Хотя здесь нет, не выживет эта пушечка. Вот, вообще хп 3 осталось у пушки. Все. За 57 ходов, однако. Не сильно и мало. И все. Ну и сейчас я буду после этого видео записывать, как я прохожу за Советский Союз в 1943. Все.